7 утра и до позднего вечера. У аграриев Ульяновской области горячая пора, уборочная. Но прежде чем выйти в поля, нужно привести технику в порядок. Механизатор Павел Геннадьевич в сельском хозяйстве уже 40 лет. Признается, утреннее обслуживание самое главное в уборочной. Важна каждая деталь. Это механизм, на котором все крутится и все в разные стороны. Вот здесь где-то что-то поторопился, можно что-то где-то поломать, отломить туда-сюда. И комбайн он не любит. Как говорят про комбайна, если не хочешь работать головой, работай руками. Если головой не работаешь, комбайн сломал, все, чини, иди, ходи. На уборочную вышли все хозяйства региона. У Владимира Евстифеева из Новоспасского района убирают по 200 гектаров в день. Вот уже не первый год хозяйство занимает лидирующие позиции по урожайности. На уборку вышел и глава региона Алексей Русских. Пообщался с механизаторами и проехался на новеньких комбайнах. Уборочная проходит неплохо, погода позволяет. Вот. Конечно, урожайность намного ниже, чем в прошлом году. Но я думаю, все равно прибыль получится. Не такая большая, как в прошлом году, но сельхозпроизводители небольшую прибыль все-таки получат. Из-за жаркой погоды зерновые культуры созрели быстрее, оттого и уборочная началась раньше. В хозяйстве уже убрали поля в Радищевском районе, на очереди земли в Новоспасском. Если когда зерно встает, трава расти и высыхает, трава сразу начинает лезть, это для нас уже плохо. Ну да, и ее потом надо. И влага, и все остальное прочее, да. Чем быстрее мы уберем, тем оно быстрее на складе будет, нам лучше. Всего зерновых и зернобобовых культур в этом году предстоит убрать на 643 тысяч гектаров. Обмолочено почти 45 тысяч гектаров. Это 7% от общей площади. Кстати, в прошлом году регион стал лидером по уборке. Аграриям удалось собрать больше 2 миллионов тонн зерна. Высокие показатели оценил и министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.